Сегодня в правительстве региона вручили государственные награды, ордена, медали, знаки отличия, грамоты и благодарности. От руководства страны получили 34 жителя Новосибирской области. Учителя, артисты, летчики, врачи, бизнесмены и ученые. За добросовестный многолетний труд, вклад в развитие региона им вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарности президента Российской Федерации. Так звание «Заслуженный работник средств массовой информации Новосибирской области» получили известный новосибирский журналист Яков Самохин и исполнительный директор Советской Сибири Вячеслав Корягин. Я убежден, что эта награда, эти вот признания вас еще больше объединят всех людей разных поколений, разных профессий, жить, созидать, творить ради будущего. Поэтому спасибо вам за ваш труд. Я вас еще раз поздравляю. Гордитесь этими наградами, они ваши, они заслуженные, они заработанные.